С Богом в сердце и отвагой в груди. Во все времена российские казаки верой и правдой служили своему отечеству. Из числа донцов – герои войны 812 года, самый известный из которых – атаман Матвей Платов. Родом с Дона – всенародный любимец Козьма Крючков, ставший первым русским воином, который получил боевую награду в едва начавшейся Первой мировой. Из казаков – дважды герой Советского Союза, маршал авиации Александр Николаевич Ефимов. Много громких имен. И еще больше тех, о ком мы ничего не знаем. Сегодня в Волжском открыли памятник всему российскому казачеству. Скульптурная группа «Встреча». Казак, вернувшийся с фронтов Первой мировой войны с Георгиевским крестом, и его маленький сын. Создание вот этого памятника – это символ преемственности казаков. Один казак сказал такую вещь. Нас закопали, думали, похоронили. А мы взошли. Взошли вот такими вот казаками, которые сзади меня стоят, и казачатами. Это символ, символ патриотизма, символ нравственности, силы, символ духовности казачества. Геннадий Филимонов – один из тех, с кого начиналось возрождение казачества в этих местах. Еще в 90-е вместе с Александром Бирюковым, атаманом Волгоградского округа Всевеликого войска Донского, начали работать в этом направлении. Я хорошо помню момент, когда ко мне пришел Геннадий Тимофеевич, казак Хоперского округа, и сказал, что будем делать в Волжском, люди ставят вопрос о необходимости создания казачьей организации. Это были 90-е годы. И как станица Волгоградского округа, атаманом которая была, мы сначала сделали в Волжске как станица. Поэтому все дела волжских казаков, они мне очень близки. Я вместе с ним начинал это казачье движение. Автор скульптурной группы Николай Карпов, член Союза художников России. Его работа установлена не только в нашем регионе, но и за его пределами. Создание этого памятника – инициатива Совета старейшин Волжского казачьего округа. Сегодня и для молодого поколения, и для нас это памятник, символ, символ веры, православия, символ нашего геройства, наших защитников Отечества. Мы сегодня обучаем молодое поколение всем тем традициям, культуре, которой обладает казачество. И я думаю, что мы будем укреплять еще больше нашу мощь, нашу силу. Российская государственность в своих границах никогда никому не уступит. Слава Богу, что мы казаки. Защита государственных интересов всегда была для казаков в приоритете. Вот и сегодня многие из них, продолжая дело своих предков, находятся в зоне специальной военной операции. Память тех, кто во все времена не жалел жизни ради защиты земли русской, почтили минутой молчания. Сегодня Волжский казачий округ объединяет 520 казаков из 15 заволжских станиц. Они активно участвуют в общественной жизни региона, а также поддерживают военнослужащих и добровольцев СВО, делом доказывая правоту слов, что казаки были, есть и будут. Екатерина Алтухова, Наталья Гордеева, Виктория Зубкова, Алексей Алтухов, «Волгоградская правда».